Ребят, они реально за мной следят. Сейчас соберу этот кубик Рубика за одну секунду, смотрите. Так. А что? А почему он не берется? Эта иллюзия обманула даже фокусников. Всем привет, с вами Максим Виноградов, и сегодня я вам покажу топ-3 сногсшибательных иллюзий, которые ты сможешь сделать в домашних условиях буквально за 5 минут. Если это видео наберет 500 лайков, то я выпущу вторую часть. Эта гениальная иллюзия взорвет мозг тебе и твоим друзьям. Представь, твой друг приходит к тебе в гости, и за ним следит вот такая вот фигурка. Вне зависимости от того, в какую сторону ты будешь смотреть, они всегда будут смотреть прямо на тебя. Выглядит, конечно, немного криповенько. И самое интересное, что ты сможешь сделать такие же фигурки буквально за 5 минут в домашних условиях. Сейчас я вам покажу на примере этого прикольного котика. Для начала нам нужно распечатать вот такую вот картинку. Файл с этой картинкой на моей стене ВКонтакте, ссылку я оставил в описании. Также помимо этого нам понадобится клей-карандаш, либо двухсторонний скотч, ну и конечно же ножницы. Приступим. Вот такая заготовка у нас получилась, и теперь нам нужно согнуть все линии сгиба. Делать это нужно предельно аккуратно. Давайте начнем с нашей подставки. Теперь нам нужно проклеить наши линии сгиба. Я предпочитаю использовать двухсторонний скотч, но вы можете использовать клей-момент, ПВА, либо даже клей-карандаш, на ваше усмотрение. Осталось совсем чуть-чуть, скоро мы приступим к нашей голове. Голову кота нужно согнуть по линиям сгиба в гармошку. Также не забываем прогнуть все зубчики, это очень важно. Далее приклеиваем скотч в нижней части нашей головы и приклеиваем верхнее основание. Чуть позже я вам покажу, как это выглядит сзади. Ну и конечно не забываем загнуть наши ушки, как же без них. Вот так вот выглядит проклейка с задней стороны, обратите внимание. Вот такой вот милый котейка у нас получился. Теперь вы можете поставить его себе на тумбочку, и он будет следить за вашими гостями. По-моему, это очень клевая иллюзия. И не забывайте, что голова котика загнута внутрь, а не наружу. Ставь лайк, если тебе захотелось сделать такого же котика. А вот сейчас я вам покажу, как собрать кубик Рубика буквально за одну секунду. Ну что ж, поехали. Так, стоп, что-то здесь не так. Офигеть, это же иллюзия. Чтобы вам сделать такую иллюзию, нужно всего лишь распечатать такую картинку. Файл с такой картинкой я оставил на своей стене ВКонтакте, ссылка в описании. Начинаем резать. После того, как мы отрезали все лишнее, не забывайте, нам нужно прорезать все зубчики, чтобы иллюзия была более четкой. Пожалуйста.
После всех манипуляций с ножницами мы получаем такую классную иллюзию. И если смотреть с определенного ракурса или издалека, то кажется, что это самый обыкновенный кубик Рубика. Не забывайте, что картинку с таким кубиком Рубика, либо дракончиком, либо котом можно скачать на моей стене ВКонтакте. Если ты еще не подписан на мой канал, то обязательно подпишись. Ну а последняя иллюзия вводит в заблуждение даже фокусников. Это просто невозможная фигура, и такой фигуры вообще не может существовать в природе. Даже если смотреть на нее сверху, все равно непонятно, как это работает. Для того, чтобы сделать данную иллюзию, нам всего лишь понадобится игральная карта и ножницы. Вместо карты также можно использовать картонку, либо кусочек бумаги. Первое, что нам нужно сделать, это разрез точно посередине карты. Далее переворачиваем карту, и нам нужно сделать два надреза также примерно до середины. Чтобы понять, где нужно резать, просто мысленно разделите карту на 4 ровные части. После этого нам нужно скрутить карту вот таким вот зигзагом, как я показываю прямо сейчас на видео. Иллюзия почти готова, нам осталось всего лишь прогнуть оставшиеся части. И вуаля, наша иллюзия полностью готова. Самое главное, не давайте никому ее в руки, просто говорите «смотрите» и пытайтесь догадаться, как она работает. Спасибо большое за просмотр моего ролика. Если ты не смотрел мой предыдущий ролик, где я помогаю бабушкам при помощи фокусов, то обязательно посмотри его, он получился очень крутой. Подпишись, чтобы не пропустить больше крутых роликов, и напиши в комментариях фокусы, с какими предметами ты бы хотел бы видеть на моем канале. С вами был Масонка, пока!